Экстренный зверь, найти путь домой предстояло теперь. Он так необычен, как имя его. Змея-леопард, это все про него. Волшебных загадок он много хранит, и магией водной себя защитит. Далек дом родной, путь тернистый к нему, ловушки кругом, зверя жизнь на кону. Среди разных врагов дорогу пройти будет с другом легко. Заветный портал они вместе шагнут. Сверо люди дружно в том мире живут. Там много волшебных красивых зверей. Там краски все ярче и жизнь веселей. Но мимо людей тянет проблема одна. В ближайшее время решиться должна. Сейчас время есть чудеса посмотреть, и хочется столько всего здесь успеть. На рысих санях прокатиться в снегах, друзей повстречать самых разных в лесах. Вернуться назад, где враги часа ждут, и тайны свои ото всех стерегут.